Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забывайте про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш реакции. Подписывайтесь, участвуйте и выигрывайте. Ребятки, давно не было нашего Максика. Соскучились. Максик, ждем альбом. Слушаем то, что ребятки не слушали еще. Давайте, ребятки, послушаем Максика. Я соскучилась, честно скажу. Ребятки, такой трек классный, да? Такая музыка шикарная, да, ребятки? Вот вы знаете, вот шикарная музыка, ее исполняет так классно, да? Голос такой идеальный, ребятки, да? И темп, ритм, ребятки, прям хочется танцевать, ребятки. Сейчас встала бы, ребят, начала танцевать. Ну, нельзя. Я же сижу с компьютером. Ну вот, ребятки, слушаем нашего Максика, ребят. Ну, ребят, вот что скажу, вот вы сами слышите, да, какой же у него голос, да, скажи, какой красивый тембр голоса у него, да, угу. Он такой звонкий, вот, ну, нереально звонкий, ребят. Бумага его, ему не нравится, он его налички нет. Да, ну, а... Сейчас все картами пользуются. Сейчас все, да, пользуются картами, даже вот, да, любой человек. Угу. Многих наличка бесит, да, кстати. Да. А? Слушай, а меня не, вот меня не бесит, честно скажу. А мы, мне бесит немного. Меня нет, ребят, меня не бесит. У меня все равно должно в кармане хоть немножко налички, ребятки. Хоть 100 рублей. Тебя бумага не бесит? Нет, она меня вообще, она меня, знаете, радует. Понятно. Ну, спасибо, Максик. Классно, классно. Такой трек такой энергичный, да? Танцевать охота, молодец. И знаете, настроение... Вот мне вот трек поднял настроение, ребятки, очень сильно. Вот реально, мне нравится Максик. Максик, привет. Друзья, с удовольствием послушала, вот расслабилась, отдохнула. Еще повторюсь, ребятки, голос шикарный, музыка шикарная, танцевать классно, подпевать шикарно. Молодец. Максик угодил, так угодил. Пока, друзья.